по сути, меня пригласил в ряды своей партии Владимир Зеленский. Мы с ним были знакомы до этого. И, видать, он рассмотрел во мне те качества, которые позволят посодействовать развитию украинского спорта. Я считаю себя 100% украинцем. Я родился здесь, я всю жизнь, на протяжении всей жизни живу в Украине. Вот, и всегда выступал за нее. Хотя было очень много предложений сменить гражданство и выступать в другую сборную и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, я всегда был как-то с верой в эту страну и знал, что рано или поздно будут какие-то положительные изменения.